чистой силушки, защити нас, миленький. Хлебушка, захворал Емелюшка, третий месяц на печи, помирает да молчит, скоро наша смертушка, не горюй, Емелюшка. Комментарий Стрелкова, Гиркина. Такое впечатление, что мимо наших генералов проехали все события минувшего года. Впрочем, поскольку некоторые из них являются как минимум с момента поступления в военное училище полными кретинами, образцово повторены все ошибки, какие только совершались ранее. Неприкрытое с воздуха и силами РЭП выдвижение танковых и моторизованных колонн по узким дорогам вдоль редких лесопосадок по идеально ровной местности, поскольку по сторонам минные поля, закончилось разгромом. Часть техники была уничтожена ударами ПТУР, запускаемых с высотных домов угледара, часть расстреляна артиллерией противника, стреляющей исключительно точно. Потеряно более 30 единиц бронетехники, разбивку по видам давать не буду, потери, двухсотыми, только у танкистов, многие десятки. Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше. И, самое главное, все эти потери оказались односторонними, доблестные украинцы расстреляли атакующих, как в тире, нанести им встречные потери наши бойцы не смогли. Противник вновь без особого труда удержал свои позиции в УКРЕП районе, который до того уже пытались весной и летом прошлого года также в лоб взять неоднократно. Одновременно наши военачальники, чтобы два раза не вставать, привычно послали на убой по знакомой местности в Донецкой промке, там ходили на штурм десятки раз, на Авдеевку, переименованные в ВСРФ, батальоны бывшей народной милиции ДНР и добровольческие подразделения. Не поддержав их ни нормальным артиллерийским огнем, ни бронетехникой, которую берегли от мин, а разминировать местность не получилось по техническим причинам. Угробили еще две роты штурмовой пехоты с тем же результатом, что и ранее, то есть безрезультатно. В общем, на этом и закончилось широко анонсированное по сети УРВ-инкорами наступление российской армии на всем Донецком фронте. Дополненное мятежом, отказом выступать на позиции батальона тувинских кочевников и не только.